Федеральное агентство по туризму и Российское военно-историческое общество представляют военно-исторические маршруты России. Побывайте в местах воинской славы страны. Это незабываемое путешествие по страницам нашей истории. Республика Бурятия, Селенгинский острог, 17 века, главный военно-оборонительный и культурный центр в Западном Забайкалье. Иркутская область, родина героев. История армии под командованием генерала армии Белобородова. Красноярский край, Степно-Баджейская партизанская республика, драматическая страница в истории гражданской войны. Забайкальский край, Маньчжурская наступательная операция, стремительный прорыв, решивший исход противостояния с Японией в годы Второй мировой. Алтайский край, Колывано-Кузнецкая оборонительная линия, надежный щит казаков от нашествий кочевников. Томская область, Томск, сибирская крепость по указу Бориса Годунова. Воины-сибиряки, героические защитники Отечества. Путешествуйте по России. Гордитесь историей своей страны.